Алюминий – распространенный материал для кухонной утвари, поскольку благодаря его низкой плотности или свободной молекулярной структуре обеспечивается быстрое распространение тепла для приготовления пищи. Автоматическая рука зачерпывает порцию расплавленного алюминия, достаточную для изготовления одной кастрюли. Затем выливает его в емкость формовочного аппарата. Аппарат медленно поворачивается, и жидкость под действием силы тяжести затекает в литейную форму. Медленный разлив обеспечивает равномерное распределение алюминия в форме. Алюминий застывает в форме за 3 минуты. И затем вываливается литая алюминиевая кастрюля. Форма оставляет вокруг кастрюли некоторые излишки. Гидравлический пресс отрезает лишнее, и рабочий может это убрать.